Ekkert að sjá þótt þú setjist upp á soldið á ská en það hefst að lokum og sýni sig kannski setna. Привет! Исландию я себе как-то до поездки особо не представлял, никогда не задумывался о том, чтобы сюда поехать, и, в общем-то, как-то такой случай неожиданный. Очень много впечатлений таких тоже неожиданных. И она так как-то постепенно открывается. Вначале казалось ничего особенного, и вот сейчас уже третий день едем, и она как-то все так постоянно меняется, и открывается все заново и заново, и как-то удивительно все красиво. Погода могла бы быть приятнее, а так, в общем, все замечательно. Ну, меня зовут Игорь, я приехал из Эстонии и оказался в Эстонии. Здесь ровно такой же дождь, как и в Эстонии. Разницы никакой. Все, что я здесь увидел, можно было увидеть по телевизору. Поэтому я советую всем оставаться дома, смотреть телевизор. И под дождем обязательно. Когда вот идет дождь, смотрите телевизор. Не надо никуда ехать. Едешь, меняется ландшафт буквально там через, не знаю, как в ускоренном виде фильм смотришь какой-то. Потому что обычно надо в какую-то другую страну уехать, в другое путешествие, чтобы поменялся ландшафт. А здесь он может так по несколько раз в день меняться. Ну все на самом деле, как я представлял. Зеленые луга, деревьев нет, водопады. Все по плану. Ну вот единственный, да, нюанс, что рюкзака и одежды нет. Да, все остальное по плану.
Shalalala, weather out